Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Либерж Кпадону получила вторую должность на Доме-2. «Теперь я не только в кадре», – пишет она, – «но еще и закадровый сотрудник. Я могу изнутри почувствовать все нюансы этой сложной работы». Даша Лымарь счастлива, она смогла избавиться от зависимости от соцсетей. «Ведь телефоны участникам выдают всего лишь на 1 час в день. Мне хорошо и свободно», – пишет она. «Я не переживаю за комментаторов и не просматриваю каждый час свою статистику». Ольга Бузова объявила Дашу и Виталия Малышева парой. Она сказала, что ребята будут принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион», и это не обсуждается. Виталий же сомневается в своей симпатии к Даше. Малышев написал пост о том, что очень сильно хочет детей, мальчика и девочку. Он даже подобрал имена своим будущим детям, это Марк и Ева. Алексей Купин и Майя Донцова уже целую неделю живут без ссор и разногласий. «Идем на рекорд», – пишет Купин. Саша Черно присматривается к новенькому участнику. Это Михаил Вырский, ему 23 года, он из Гомеля, пришел к Лизе Триандафилиди. Но после того, как Михаил пообщался с Лизой, он отказался от идеи разбивать ее пару с Алексеем Чайчицем. В один приход с Михаилом на проекте появилось еще двое новеньких участников. Это Норман Даманский из Краснодара, ему 23 года, пришел к Елене Хроминой. Он мастер пирсинга и повар-кондитер. И Елена Трофилова из Астрахани. Девушке 21 год, она пришла к Чайчицу. Мечтает родить ему ребенка в наступающем году. На остров любви приехали Сергей Кучеров и Светлана Силаева. Юлия Ефременкова очень рада приезду своего молодого человека. Стал известен факт из биографии Кучерова. Он тогда чудом избежал тюрьмы. Сергей сцепился с парнем, который пытался приударить за его девушкой. Суд признал Кучерова виновным и обязал выплатить 100 тысяч рублей пострадавшему. Чайчиц публикует фотографии с празднования Нового года. Он вместе с Лизой Триандафилиди и своими друзьями отмечали праздник в Минске. «Этот Новый год мы не забудем никогда», – пишет Алексей. Ольга Бузова на днях очень тяжело заболела. «Мой организм дал сбой», – пишет она. «Очень ослаб иммунитет, и так плохо мне не было никогда». Она в очередной раз убедилась, что людей, которые могут ей помочь, не так уж и много. Их буквально единицы. Тех, кто в любую секунду может откликнуться на ее порыв о помощи и готов сорваться за лекарствами. А у Вики Романец после бурных праздников что-то произошло с глазом. Она старательно прикрывала правый глаз прядями волос. Но все равно пользователи соцсетей заметили, что один глаз у нее резко уменьшился в размерах. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.